Жители дома номер 50А на улице Грибоедова пожаловались на состояние здания. В стенах дыры и трещины, с потолка осыпаются куски штукатурки. Однако дом до сих пор не признан аварийным. Дом вот ветхий, строили немцы, в каком, 48-м году строили. Вот. Ну и чего же. И никак нас не сносят, ничего. 42 года, я миленький, живу с подселением. Я уже вся вымоталась. Невозможно даже ремонтировать, потому что если что-то начинаешь делать, это по нарастающей просто-напросто. Уже сыпется, в одном месте колупнул, и все посыпалось вот до верха. Жильцы дома рассказывают, что стены здания шлакобетонные, от ветхости они часто осыпаются. Люди боятся, что рано или поздно дом просто разрушится, а их не успеют к этому времени расселить. Видите, все трещины, вот все, там валится все, не можем ничего сделать. У бомжей лучше. Я ветеран труда, трудилась всю жизнь, отец инвалид войны, и надругались. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства нам рассказали, что в доме номер 50А по улице Грибоедова запланированы работы по капитальному ремонту крыши, фасада, холодного водоснабжения и водоотведения. На данный момент ремонт крыши уже проводится. Что касается расселения, то пока оно возможно в том случае, если застройщик захочет выкупить или обменять квартиры в этом доме. Такой договор должен быть заключен до 18 января 2024 года. Кроме этого, жильцы также могут сами провести независимую экспертизу для того, чтобы дом признали аварийным. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».